Вместо смартфона – книга, а взамен планшета – старый телефон. За минувшие сутки мошенники выманили у югорчан более 300 тысяч рублей. Полицейские зарегистрировали около 10 дистанционных преступлений. К слову, чаще всего преступники обманывали жителей округа на сайтах с бесплатными объявлениями. Так, вартовчанин лишился 10 тысяч рублей при покупке мобильного телефона. Мужчина перевел аферистам предоплату, а когда получил посылку, обнаружил вместо смартфона учебник по обществознанию за 11 класс. А жительница Нефтеюганска хотела подарить родственнице планшет, а получила дешевый телефон. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские призывают югорчан быть бдительными и не делать дорогие покупки на непроверенных сайтах.